Когда-то кенгуру не умел так высоко прыгать. Как же он научился, спросите вы? А вот как. Однажды у кенгуру сломался телевизор. И ему пришлось прыгать как можно выше, чтобы смотреть мультики на планшете жирафа, который уже давно открыл для себя мультбиблиотеку от Триколор ТВ. Это было очень неудобно, поэтому кенгуру тоже решил получить доступ в мультбиблиотеку и продолжает прыгать, но теперь от радости. Бери пример с кенгуру. Заходи в мультбиблиотеку от Триколор ТВ и смотри любимые мультики на всех устройствах в режиме онлайн. Доступно только для абонентов пакета «Детский». Мультбиблиотека. Мультики в твоем кармане.